Всем привет, дорогие друзья! С вами SmileTanks. Я вернулся, и я бы хотел вам рассказать побольше о своем канале. Значит, смотрите, дорогие друзья, чтобы я начал снимать видео, а я их начну снимать, мне надо вот минимум набраться 1000 просмотров. Если у меня и так 956 за все видео, то мне надо 1000 просмотров. И не 26 подписчиков, а минимум 40-30. Это я вас прошу, чтобы набрались мне мои подписчики. Как бы набрались мне на подписчиков. Вот можно посмотреть. Ладно. Не будем смотреть. Это мистер Кристос. Вот чем мне бывает, можно сказать, типа нравится его канал. То, что у него, как видите, 51 подписчик. Да, но это нормально в основном. Ну, а мне надо пока хотя бы 30 или 40 подписчиков и 1000 просмотров. И я начну выкладывать новые видео. Также, как видите, мне не радуют мои просмотры на видео. Я начну снимать про танки онлайн. Да, про них. От первой, там, например, по 10 серий, так, игра с друзьями, там, со всякими такими. Ну и желательно, чтобы вы видели этот канал мой и мое возвращение. Я сниму вам видеообращение, типа, новое. И, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, и чтобы у меня было 1000 просмотров. Вот если даже посмотреть на мое... Чтобы я, ладно, не попалю немного данные. Вот за последние 28 дней, как бы я зарегался 0.8, ну, короче, видите. Значит, показатель эффектов, эффективности у меня, можно сказать, на 140 просмотров. Ну да, это мало, 4 подписчика. Не знаю. Значит, активность понравилась 0, не понравилась 1. Да, жалко. Ну, а так норм. Значит... Самое большое видео, это можно сказать по просмотрам, это как скачать мод на GTA Parkour и сам. Вот, на 86 и 56%. А самое плохое, это да, говняное. Да. Ну, как видите, я показал вам небольшой обзор про свой канал. И буду с вами прощаться. Ну, что прощаться буду, то что пора. Всем пока, спасибо за просмотр. С вами был SmileTanks. Да, это было видео.